Всем сестренкам и всем братишкам привет! Сегодня у нас новости. Я напоминаю, что это за формат. Это самые интересные новости, по моему личному субъективному мнению, которые произошли с нашими блогерами или звездами за последнее время, а точнее за последнюю неделю. Так что, если вам интересно, оставайтесь со мной. А мы начинаем! На прошлой неделе я обратила внимание на некое сходство между блогером Анной Купер-Козловой и Оксаной Самойловой, женой рэпера Жигана. Не знаю, что произошло, то ли Анна похорошела, то ли Оксана подурнела. После всех этих историй с разводом или фальшразводом и бесконечными историями загулов своего мужа. Поняли? На прошлой неделе Наталина Юрьевна отметила годовщину свадьбы. Ну что ж, мы также присоединяемся к поздравлениям и желаем вам долгих-долгих лет совместной семейной жизни. Карина Нигай активно отдыхает в Крыму. Но не одна, она выехала туда не только со своей семьей, а с целой командой, которая активно участвует в создании ее контента. Если вы хотите посмотреть, как правильно развивать себя как бренд, это однозначно Карина. Она не отдыхает, она не сидит целыми днями на пляже или пьет крымское винишко. Она все время работает. И это, кстати, очень заметно. Она постоянно в контенте, она постоянно что-то фотографирует или ее фотографирует. Как я поняла, ее личный персональный фотограф прибыл с ней в Крым. То она у нас на скалах, то она у нас на яхтах, то она у нас на фоне лошадей. Ни минуты покоя. Это явно девиз Карины Нигай. Также на прошлой неделе меня лично удивила Лена 911. Ну, можно ее уже переименовывать в Херсон 98. Почему же так? Потому что она нам показала свое платье, которое ей явно пришло по рассылке. Я только единственное не поняла, почему все-таки это платье. Видимо, это то наше постсоветское детство, которое до сих пор отражается в Лене, а точнее любовь к рюшечкам и воланчикам. Платье меня лично немножко смущает, особенно ее длина. Какая-то, честно сказать, пионерская длина. Лена часто любила заявлять, что она не любит оголять грудь, хотя она у нее весьма, так скажем, неплохая. Но это платье доказывает обратное. Глубокое декольте, коротенькая длина, видимо, опять дает нам знать, что что-то там у Лены не все в порядке, и она, возможно, в очередном поиске. Это вам решать. Маргаритка Мурадова порадовала нас своими прямыми эфирами и фотосетами не откуда бы, а из Турции. Пока все мы сидим закрытые в своих странах, Маргарита у нас умудрилась улететь за границу. Устроила на себе праздник в честь своего дня рождения и отдохнула в одном из турецких отелей, а также не забыв нам продемонстрировать своего очень спортивного мужа. Но это, конечно, все очень под вопросом насчет его спортивной фигуры, как намекает нам сама Маргарита. Анна Устюжанина отметилась на этой неделе не только тем, что она у нас покоряет крымские высоты. Также Анна призывает лечить приступы эпилепсии у детей через их мам. Оказывается, это разрядка конфликта, по мнению Устюжаниной. И срочно, конечно же, надо бежать к ней на терапию. Я бы лично за такое сажала. Во-первых, человек очень далек от медицины. Она может просто угробить ребенка. Я вообще молчу просто про мамашу, которая с такими вопросами идет не к врачу, не к профессору медицины, а к Устюжаниной, представительнице Дубайской биржи труда. Я хочу рассказать, что даже у животных бывает эпилепсия. И что, нам тоже животных лечить через терапию и их мам? Я с каждым разом и с каждым постом этого якобы психолога Устюжанины понимаю, что дно до конца пробить невозможно. Ирен Влади, она же 40 котов, это нормально, распродает свой китайский гардероб. Видимо, насмотревшись на очень успешную нашу Дашу Камалову, которая в свое время распродавала свое лухари-барахло, стертое до дыр, решила последовать тому же пути. Только вы не думайте, что вы там увидите какие-то старые стоптанные Гуччи. Нет, это все с китайского рынка по соседству. И еще, видимо, с 2000-х годов хранится у нашей Ирины. Я бы лично ни копейки за это барахло не дала, а просто бы сложила в мешочек и вынесла на помойку. Может, кто-нибудь там подберет, хотя тоже вряд ли. На прошлой неделе Овсянкины отметили годовщину свадьбы. Мне очень понравились их свадебные фотографии, и хочется лишь сказать, а как все хорошо начиналось. Еще у меня также к ним вопрос, а когда уже начнется контент и куда делась та очень красивая, энергичная девушка со светлыми волосами, которая рассказывала про покупки,
про косметику и вообще про свой образ жизни. Максимум, что мы сейчас можем наблюдать, то, как она пытается наотжиматься в своем инстаграме. Можно сказать, что свой канал кто-то хочет похоронить. На прошлой неделе Марьяна Елисеева показала, как идет у нее ремонт в той квартире, которую она не так давно приобрела. Я лично за Марьяну очень рада. Человек все показывает правильно. Он не просто говорит, что хочет купить себе когда-то там, в каком-то непонятном будущем, квартиру. Он ее покупает и, кстати, очень ненавязчиво рассказывает про свой ремонт. Это пример для подражания. Также Роков на этой неделе рассказывал или намекал нам, что он также готов что-то приобрести. Хочу напомнить, что он не так давно купил себе новую квартиру. Ну, за Рогова остается нам тоже только порадоваться. Человек реально много работает и может себе позволить любое жилье, на которое он заработал. Хочу с вами поделиться одной интересной новостью. Не так давно на свой имейл я получила ответ, который, я скажу вам, ждала давно. Ну, небольшая предыстория. Есть у нас блогер Екатерина Синицына Сантони. Я еще раз извиняюсь, если опять произнесла неправильно чью-то фамилию. Проживающая в Италии. Ну, все дороги ведут в Италию, уж смиритесь. Она позиционирует себя как очень профессиональный гид по Риму и Ватикану. В своих рекламных объявлениях она приводит пример, что она не просто гид, который начиталась в Википедии, а что она прошла специальное обучение у профессора Эммануэлы Маринелли, которая как раз и занимается спецификой Ватикана. А точнее, наша Екатерина защищала у нее свою работу на тему Туринской плащаницы. Очень красиво. Но вот единственная загвоздка. Я решила написать этому профессору и спросить. И, о боже, что же вы думаете? Эммануэла ответила мне, что за все 30 лет ее работы у нее никогда не было такой студентки. Ну, я извинилась снова и спросила, возможно, я ошиблась, и вы ее знаете как не Екатерину Сантони, а как Екатерину Синицыну. На что все-таки профессор подтвердила, что не той, не той у нее никогда в студентах не было. Перепутать я точно не могла профессора, потому что хоть Италия и большая, но специфика этого профессора, она как заключается конкретно в Ватикане. И второй Эммануэлы там нету. Ну что ж, это оказался очередной треп от очередного блогера. Ну не будем далеко ходить и продолжим тему Италии, так как я знаю, очень все любят эту красивую страну. Стилист и блогер Анна Якименко также на этой неделе отметила золотую дату, можно сказать, 10 лет в Италии. Вы не забывайте, что это уже хэштег. Я лично Анну поздравляю. Это большой срок для проживания в чужой стране. Ну и на закусочку хочу вам поделиться одним инсайдом, который мне пришел прямо в тот день, когда я вот сейчас записываю это видео. Мне инсайды часто приносят, но я очень хочу обратить ваше внимание именно на эти сообщения. Я комментировать их не буду. Вы можете сами прочитать. А суть такова, что было сказано, что Даша в данный момент находится не абы где, явно не в Москве, а в Италии, и что инсайдер лично видел Дашу в Милане. Я никак не буду это комментировать, еще раз говорю, я оставляю это на ваш суд, а мы будем ждать новостей. На сегодня это все. Это были все новости, самые интересные, по моему личному субъективному мнению, которыми я хотела с вами поделиться. Я с удовольствием послушаю ваши комментарии под этим видео. Ну и не забывайте про лайки, а также не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, где я активно рассказываю все эти новости, которые собираю в течение недели. И вы узнаете их, конечно же, первыми. Ну и вообще туда входит очень много интересного, что я не всегда успеваю внести в свои видео. Или я их не могу внести по причине того, что YouTube меня может в любой момент заблокировать. Поэтому лайки, шары и все остальное вы знаете без меня. Ну и не забывайте, пожалуйста, про мой инстаграм. Я очень люблю, когда ко мне добавляются новые подписчики. Там я также рассказываю лично про себя, а не про кого-то другого. Так что на сегодня это все. Всем сестренкам, братишкам, пока! Yeah.